Лучшего ракурса я не нашла. Всем привет! Я не знаю, меня нормально слышно или нет. Вот, извиняюсь за вот этот вот весь ужаснейший фон. Другого пока что нет. Вот, мы пипец как давно не виделись, столько всего произошло, но не суть. Я хочу снова с вами посмотреть один клипак. Буду думать, снова клип вышел. Я хочу вместе с вами посмотреть, кайфануть. Да-да-да, песню я уже слышала, она крутая. И вот я хочу посмотреть клип, потому что меня заинтересовала... Там кошка сидит сумасшедшая. Меня заинтересовала превьюшка. Вот. Да и сама песня зашлись. Вот. Еще бы хотела представить вам спонсора этого видео. Это мой телеграм-канал. Два. Вот. Они есть в шапке профиля, есть в описании, я оставлю. Вот. Надеюсь, это видео выйдет. Вот. Да. Давайте смотреть. Песня называется Just Pretend. Вот. Помчали, посмотрим, а потом остальное. My sins, I'm not okay, but I can try my best to just pretend. So will you wait me out, or will you drown me? Что могу сказать?
когда уже поняла, что будет происходить дальше, я примерно начала чувствовать то, что чувствовала, когда смотрела в первый раз «Дневник памяти». Да. Когда я просекла на середине фильма, что будет дальше, я такая... Я знаю, что будет дальше. Вот. Конечно. Вот. Так что... Я не всегда многословно, почти никогда не многословно в конце просмотра видеоклипа, потому что я сама не люблю такие реакции, где там много болтают, особенно когда останавливают видео, чтобы что-то сказать. Боже, давай посмотрим с тобой вместе клип, скажи спасибо, что я вообще нажала на твой видос, да? Вот, наслаждайтесь. А, и только потом, после того, как видео закончится, давайте все это обсудим. Вот. Мне нравится такой видеоклип, он типа вообще не сложный, типа вообще не надо думать и все такое, но он легкий такой и оставляет какой-то такой шлейф на душе, такой прям. А что у вас там после просмотра этого клипа, что у вас там на душе? У вас вообще есть душа? Вот. Да. Ну вот даже когда сказать в принципе нечего после просмотра клипа, я тоже считаю, что это тоже какая-то своего рода реакция, вот. Ну, не типа реакция видео, а реакция на само видео в плане... Ой, забей. Вот. И мне кажется... Вообще норм, но... Я все-таки жду, что они сделают что-нибудь потяжелее. Я, конечно, очень люблю этот альбом, мне он нравится, я его заслушала уже до дыр, но... Хочется что-нибудь потяжелее все-таки, но может, и как бы... Ну, клип мне понравился. Я... Мне кажется, если бы тоже какой-нибудь клип снимал на свою песню, я бы тоже какой-нибудь такой сделала. Вот это типа парочка, типа что-нибудь такое. Вот. Кстати, кто-нибудь смотрел, слушал, я там тыкаю на кнопки, немножко в музыку пытаюсь. Вот. Так как я не умею играть на гитаре, вот, симулятор гитары для меня слишком сложный, поэтому я пытаюсь пока что-то такое делать. Вот, как вам, если что? Еще пишите... Блин, я так от этого всего отвыкла, капец. Ну, вы знаете, что обычно надо делать. Обязательно подписаться на канал, написать комментарий, и что, какую следующую песню... Сори, я телефон тыкаю туда-сюда, сорян. Вот, смотрите, какая у меня классная это. Что там написано-то, господи? Собачки, мы уходим? Ненавижу собак, мне просто подруга подарила. Вот. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Вот он будет здесь, наверное, где-то. Вот. Я туда выкладываю просто телеграм-канал. Все. Вот. И там есть что, будут всякие анонсы, мемы. Ну, как обычно, всякая хрень, короче. Вот. И туда будут выкладываться видики, которые не будут проходить по авторскому праву, по территориальному праву, естественно, сейчас. Что не выходит на YouTube, будет выходить туда. Вот. Здрасте. Надеюсь, вы очень соскучились по заднему фону и все такое, поэтому я веду себя как дура, потому что очень давно не снимала, не сидела перед камерой. Вообще, я сижу на полу, вот, поэтому сори. Надеюсь, мы скоро увидимся в новом видосе, и пока!